Тема рейтингов университетов в последнее время приобрела большую популярность. Российские вузы не могут войти в первую сотню мировых рейтингов, так как оценка качества образования в России не соотносится с европейской системой образования. Что же мешает российским вузам в продвижении мировых рейтингов? На этот вопрос эксперты ищут ответ еще с появления первых рейтингов. Университеты, именно классические, диверсифицированные, многопрофильные, были разделены в угоду так называемой индустриализации, были разделены по отраслевому принципу. И это сохранялось фактически до начала 21 века, это разделение, которое отбросило нашу систему образовательную фактически далеко назад. Во время своего визита в Казанский федеральный Алексей Чаплыгин все же отметил положительные стороны. Например, развитие инжиниринговых технологий, а в частности биотехнологий. Как выразился эксперт, будущее за науками о жизни – биофизикой, биохимией и геномикой. А российские университеты в этих сферах имеют хорошие результаты. Мне очень сильно понравился зоомузей Казанского федерального университета. Я уже в нескольких зоомузеях университетских был, но это один из лучших. И он, соответственно, связан как раз с науками о жизни. Начинается-то все от коллекций там червячков, бабочек, жучков, птиц. Птицы просто прелесть. В завершении визита руководитель группы национального рейтинга университетов отметил, что КФУ демонстрирует высокие компетенции в сфере управления академическим трудом. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.